Всем привет, дорогие друзья! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в Махмутларе на рынке, на овощном. И сегодня у нас суббота. В Махмутларе каждую неделю проходит два рынка, во вторник и в субботу. И сегодня мы покажем вам, какие здесь цены и что продают на рынке в середине января. В Алане каждую неделю, несколько раз в неделю, практически каждый день в разных районах Алани проходит овощной рынок. На некоторых рынках также продают одежду и оливковое масло, оливки, специи и молочную продукцию. В принципе, рынки ничем не отличаются друг от друга, они одинаковые, только находятся, переезжают с одного района в другой. Вот, например, пример того, что можно купить заготовки на зиму. Продается пекмез, изюм пекмези, это очень полезно. Оливковое масло домашнего производства. Оливковое масло, гранатовый сок, орешковый сироп. Натуральное мыло. Оливковое. Лавровое. Фисташки. Фисташковое даже? Я. А как оно пахнет? Фисташковое мыло? Пахнет прям фисташками. Здорово. Также есть бананы. Это шекуляж. Бананы по 5 лир. Вкусные аланийские бананы. Зелень по 2 лиры, 3 лиры за штуку. Кабачки. Сейчас сезон кабачков. Очень свежие кабачки. 3 по 3 лиры. Апельсины и лимоны. Сейчас сезон у нас апельсин и лимонов. И вот из таких вот красивых аланийских апельсин мы каждое утро выжимаем свежевыжатый сок. Очень много зелени, рока, петрушка, укроп, огурцы по 3 лиры, потому что сейчас не сезон, и они чуть-чуть подорожали. Домашние яйца. Кюмурта снека, да? Кто-то из вас спрашивал, почем? Почем вот эти вот яйца домашние? Штука. Одна лира 25 курушей. Продаются авокадо. Авокадо по 3 лиры. Спелые, красивые авокадо. Ташикляш. Ну и рынок здесь достаточно большой. Также можно купить натуральный мед. Вот такой вот красивый. Спрашиваю. Был также вопрос от вас, продается ли натуральный мед на рынке. Вот вы видите, продается натуральный мед. И даже деревенский. И даже вот такие вот органический мед. Килограмм стоит 50. Килограмм стоит 50 лир. Можно купить различные приправы и кабачки, баклажаны по 4 лины. Очень красочный, красивый рынок, который придает зимней Алане какую-то такую особенность. 5 лир помидоры, ну и красивые аланийские бананы. Разные виды яблок. Яблоки у нас по 3 лиры. Ну и, конечно же, везде апельсины. Рынок в Махмутларе больше, чем рынок в Алане. У меня возникло такое ощущение. Капуста. Вот здесь представлены все виды капусты. Вот из такой капусты очень классно варить борщ. Он получается красным. Это очень вкусно. Эту капусту очень вкусно солить. Есть такая вот капуста светлая. Ну и, конечно же, цветная капуста, которая очень-очень полезна. Перец различный, фасоль по 8 лир, маленькие помидорчики, более крупные помидоры, вот такие вот деревенские помидоры и айва. Айва стоит 4 лиры. Айва – это зимний фрукт, из которого можно делать варенье, и получается из айвы очень
вкусный десерт. И помимо апельсин и айвы, зимним фруктом также являются гранаты. Гранаты растут у нас в Гази-Паше. И поспевают они как раз зимой. Груши. Есть разные виды груш. Я люблю очень вот такие груши. Они очень сочные. И если вы не пробовали, но увидите на рынке вот такие вот груши, они тоже очень сочные и вкусные. Мандарины, апельсины. Такие яркие, красивые, солнечные. Морковь, килограмм 4 лиры. Виноград. Раньше вы также спрашивали про клубнику. На пятничном рынке я видела клубнику. А здесь есть виноград. В Алании я не видела. И слива. Слива по 5 лир. Мираба. Вот такие вот они апельсины. И, конечно же, мандарины. И, конечно же, апельсины. Потрясающие, красивые аланийские апельсины. Очень красочный, яркий рынок. Здесь у нас также есть тыква. Тыква стоит 5 лир. И из тыквы получается вкусный десерт также получается из тыквы. Кабачки стоят 5 лир. Мандарины 2,50, апельсины 1,50. Вот таким вот образом жарят семечки. И вот эти вот семечки, килограмм стоит 20 лир, разлетаются просто за несколько часов. Сухофрукты. Большой выбор сухофруктов. Цены от 15 лир, 55, 70, 35 лир. Большое количество помидор. Вот эти помидоры, на самом деле, тоже деревенские помидоры. 4,50. Очень вкусные органические помидоры. Перец. Кто любит? Это перец не острый. Стоит 9 лир. Его обычно добавляют в какие-то овощные блюда. А, этот перец для того, чтобы жарить на мангале и делать из него салчу. Огурчики, маленькие огурчики по 4 лиры, которые можно солить, как раз для солений. Маленькие помидоры, цены очень разнообразные. Сухофрукты, орехи, килограмм грецких орехов 30 лир и 20 лир, есть по 25. Здравствуйте. Вот этот вот фрукт называется камкат. Он похож на апельсин. Некадар? Стоит 10 лир. И только вот недавно я попробовала его. Это очень вкусный и полезный фрукт. Съедаете 3 штучки в день и никогда не будете болеть, особенно зимой. Называется камкат. Запомните, когда приедете в Аланию, обязательно тоже попробуйте этот фрукт. Клубника. Цены на клубнику. Вот и здесь, на этом рынке, мы нашли клубнику. Клубника стоит 12 лир килограмм. Папайя. Папайя штук. Килограмм папайи стоит 3 лиры. Очень много интересных фруктов появилось в этом году. Может быть, я просто раньше не замечала, но вот камкат, например, в этом году я попробовала первый раз камкат. Продают папайю, камкат. Даже зимой, видите, уже на рынке Алании стали появляться такие интересные новые фрукты. Оливки 15 лир килограмм. Изюм различных видов. Можно купить тесто для гёзлиме.
Или можно купить уже готовые гёзлеме. Вот так вот их готовят. Самый вкусный гёзлеме с картошкой. Есть хурма, вижу, по 5 лир. Также клубника. Цены на клубнику 12 лир. Лук 5 лир. Картошка 4 лиры. Хурма по 4 лиры. Большой красивый рынок в Махмутларе. Мне он очень понравился. А здесь в самом конце рынка расположены ряды с яйцами и, конечно же, с сыром. С различным сыром. Также есть приправы, соленья. Любимый Айханом перец острый, халва. И большое количество оливок. Можно приобрести также суджук. Ну и сыр на развес. Много разных видов сыра. Мираба. Разных видов сыра. Дорогие друзья, вот такие вот цены на рынке в январе месяце в Алане, в Махмутларе. Как вы видите, сегодня очень теплая погода. Несмотря на то, что пасмурно, но очень тепло и нет дождя. И уже ближе к концу января дожди будут идти меньше, и к марту месяцу будет уже теплая классная погода. Мы с вами на сегодня прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.